Вот. И я смотрела на этих докторов, которые ужасно выглядели и лечили своих пациентов. Es skatījos uz tiem doktoriem, kuri neizskatījās labi, bet tajā pašā laikā viņi ārstēja savus pacientus. И думала, какое вы имеете право на это. Un es domāju, а kādas jums vispār ir tiesības uz to? И тогда я поняла, что самое главное, что я могу сделать для людей, которые еще здоровы, Un tad es sapratu, ka vissvarīgākais, ko es varu izdarīt priekš cilvēkiem, kamēr viņi vēl ir veseli, это заниматься самым непопулярным занятием на то время. tas ir nodarboties ar pašu nepopulāroko nodarbību tajā laikā. Это санитарно-просветительская деятельность. Un tas ir tā kā sanitāri izglītojošā darbība. То есть, если человек будет понимать инструкцию по эксплуатации своего тела, Citiem vārdiem sakot, ja cilvēks sapratīs, kā lietot savu ķermeni, он никогда не пустит в свое тело старость, болезнь и страдания. viņš nekad neielādīs savā ķermenī, jeb miesā, slimību, ciešanās. Viņš Страдания. Страдания. ciešanas. Вот, поэтому, друзья, давайте сделаем так. Вы точно знаете, что вы состоите из клеток, не так ли? Tāpēc izdarīsim šādu lietu. Jūs taču tiešām zinat, ka mēs visi sastāvam no šūnām. Вот представьте, что вы не вы, а вы одна клеточка своего организма. Iedomājieties, ka jūs neesat jūs, bet jūs esat viena šūniņa no sava organisma. У вас однокомнатная квартира, студия. Jums ir viena istaba studija. Но особенность этого вашего мира такова, что нет наружного солнца, которое бы давало тепло и свет. Bet lieta ir tāda, ka šajā dzīvoklī nav iespēja no ārpuses saņemt gaismu un sauli. Но у вас внутри клетки есть камин. Bet jums tieši šajā šūnā iekšā ir kamīns. В этот камин можно бросить дрова, и они будут давать свет и тепло. Un šajā kamīnā var iemest malku, un kad degs būs gan silti, gan gaišs. Сразу перевожу на физиологию. Камин – это митохондрия, кто помнит, как инфузория туфелька, центр энергетики клетки. Tagad es reiz pārtulkošu normālā valodā, tātad šīs te kamīns, tas ir šūnas mitohondrijas, kā sacerās infuzoriju kurpīti laikam, un jā. И в этой инфузории туфельки, в этой митохондрии делается ваша энергия для вашей клетки. Un tieši šajā mitohondrijā tieši atdalās jūsu enerģija jūsu šūnai. Ради этого мы дышим и едим. Un tieši dēļ šī pasākuma mēs gan ēdam, gan elpojam. Так вот, дрова – это глюкозинки, глюкоза из вашей пищи. Tātad malka šai te visai lietai, tā ir glikoze no jūsu barības. И вот одна клеточка решила прийти в гости в другой к другой клеточке. Un tagad viena šūniņa ir izdomāja aiziet ciemos pie otras šūnas. Вот я познакомилась с Олей и решила прийти к ней в гости. Es iepazinos ar Olgu un izdomāju, atnākšu pie viņas ciemos. Я приехала на машине, припарковала машину рядом с ее квартирой и зашла к ней в дом. Es atbraucu ar mašīnu, pieparkoju savu mašīnu pie viņas mājās un iegāju pie viņas. А в ее квартире очень темно и очень холодно, потому что мало энергии. А viņas dzīvoklī ir ļoti tumšs un ļoti augsts, tāpēc ka tur ir maz enerģijas. А мы собирались поговорить, выпить бокал вина, а мне некомфортно. А mēs gribējām parunāt, iedzert glāzi vīna, bet man nav tā kā komforti. Тогда я говорю: Оля, подожди, я сейчас пойду в машину и принесу немножечко дополнительной глюкозы, ну то, что можно сжечь в камине, нам будет светло и тепло. А если не саку, погодь, дружку, сядешь в саму машину, понемешь дружку глюкозы, он там будет таску, мы садимся на сим камина, мы с гайши, он
silti. И я пришла из машины и взяла на всякий случай два свёрточка. Un es atnācu, aizgāju uz mašīnu un katram gadījumā paņēmu divus saišķus. Даю первый, Оля его разворачивает, а там 100-долларовые купюры. Dodu vienu, Olga viņus atver vaļā, a tur 100 dolāru naudas zīmes. Вот это да. Даю второй сверток, а там макулатура, бумага. Un liekas, wow, un tad es iedodu otru šo saišķīti, a tur ir makulatūra, vienkārši papīrs. Вопрос к залу. Чем будем топить камин? 100-долларовыми купюрами они горят тоже? Или бумагой все же? Un jautājums zālē. Ar ko mēs šo kamīnu kurināsim? Vai nu ar 100 dolāru naudas zīmēm, vai nu ar papīru, ja tas un tas ir papīrs? Перевод на физиологию. Бумага – это глюкоза, углеводы, а 100-долларовые купюры – это белок. Белок – это тоже компонент пищи. Un tagad es to pārvērtīšu fiziskajā plāksnē šobrīd. Tātad, papīrs – tā ir glikoze, bet šie 100 dolāru naudas zīmes – tās ir olbaltumvielas. Итак, многие люди, они едят годами свою еду, но совершенно не разбирают, что они едят – белки или углеводы. Un tā ir tāda lieta, ka cilvēki visu savu dzīvi kaut ko ēd. Viņi ēd savu pārtiku, bet līdz šim brīdim viņi nesaprot, ko viņi ēd – glikozi jeb olbaltumvielas. Зачем нам нужен белок? Мы из белка можем построить еще один камин. Это строительный материал. Или мы можем еще одну клетку из белка построить. Как вы за доллары можете купить квартиру или сделать себе новый камин за доллары. Un kas šeit ir tā kā par domu? Kāpēc tieši olbaltumvielas? Olbaltumviela ir tā kā celtniecības olbaltumviela. Tas ir tāpat, kā, ja tā būtu nauda, ko mēs varam izdarīt par naudu? Mēs varam nopirkt vēl vienu kamīnu vai pat vēl vienu dzīvokli. Поэтому все мои студенты очень четко знают, сейчас вы тоже будете знать, что нужно соблюдать суточную норму белка, чтобы позволить своим клеткам строить новые клетки и качественно строить все внутри себя, внутри своих клеток. Tāpēc daudzi mani studenti, viņi ļoti labi zina, cik vajag apēst dienas olbaltumvielu normu, lai celtu savas šūnas, vienkārši lai celtu un darbotos, skaidri zina. Что относится к белку в нашем питании? Это мясо, рыба, птица. Un kas ir par olbaltumvielām mūsu mūsu ēdienos? Tas ir gaļa, zivs, putni. Кисломолочные молочные продукты, орешки. Piena un skāpiena produkti, rieksti. А также бобовые, это высокобелковые продукты растительного происхождения. Un viss, kas ir saistīts ar pupiņām, jo tas ir produkts ar lielu olbaltumvielu saturu. Но многие люди с течением времени говорят, это тяжелые продукты для меня, я не буду их есть. И, соответственно, урезают себе норму по белку. Bet daudzi cilvēki saka, nē, nu tas ir smags ēdiens, nu es negribu viņu ēst. Un tādā veidā viņi tā kā apgriež savu dienas olbaltumvielas normu. Ну, так как есть что-то надо, то, соответственно, если я не ем белки, значит, я ем углеводы. Bet es taču kaut ko vajag, un ja es neēdu olbaltumvielas, tad, protams, ko es ēdu? Oglīdrātus. Возвращаемся к нашей клеточке. Она живет в организме хозяйки, которая не знает, что такое суточная норма белка. Un atgriežamies pie mūsu šūniņas, un viņa dzīvo organismā, savas saimnīcas organismā, kura nesaprot, ko nozīmē olbaltumvielu dienas deva. Вот вы, клеточка, вы проснулись утром от того, что темно и холодно. Jūs esat šūniņi, jūs pamostaties no rīta, dēļ tā, ka ir auksti un tumšs.
Потому что ваш камин, ваша митохондрия уже сожгла всю глюкозу, почти погас камин. Tāpēc jūsu kamīns, jūsu mitohondrija jau sadedzināja visu, kas tur bija, un šīs kamīns jau, nu, tā kā napi dzīvs. Вы босой ногой пробежались по холодному-холодному полу для того, чтобы добежать до камина, нащупать деревяшку полена глюкозы и бросить в камин, но не нашли его. Jūs skrienat ar basām kājām pa augstu, augstu grīdu, lai tajā kamīnā iemestu kaut kādu pagalīti, kas ir glikoza, un viņu tur neatradāt. Тогда вы растерялись, потому что ничего не видно, ну и очень холодно, и вы понимаете, что вам нужно выйти за дверь в абсолютный холод, в межклеточное пространство, где нет солнца, и где-то искать глюкозу. Un tad jūs esat apjukuši, tāpēc, ka ir tumšs, neko nevar redzēt, bet jums jāiziet ārā, jāieiet tajā starp šūnu vidē, lai atrastu kaut kādu glikozu. Но, к счастью, кто-то постучал в дверь, и вы открыли дверь. Bet te pēkšņi kāds pieklāvēja pa laimi pie durvīm, un jūs atverat durvis. За дверью стоит государственный служащий, его зовут Инсулин, и у него в руках много-много деревяшек, глюкозинок. Aiz durvīm stāv tā kā valsts ierēdnis, viņu sauc Insulins, un viņu rokās ir ļoti-ļoti daudz šīs te glikozītes. Просто хозяйка общего организма утром проснулась и съела овсяные хлопья и уже поехала на работу. Вот отсюда глюкоза. Vienkārši šī te īpašniece ķermeņa, šī šūnas īpašniece, viņa no rīta pamodās, paēda, teiksim, auzu pārslas un aizbrauc uz darbu. Вы с большим удовольствием встречаете инсулина, целуете его, забираете у него глюкозу, говорите, что он спас вам жизнь и бросаете глюкозу в камин. Jūs ar lielāko prieku satiekat šo insulīnu, bučojat viņu, jūs esat tik priecīgi, ka jūs viņš jums atnesa šo glikozi, jūs viņu ņemat un metat kamīnā. И камин сразу дает тепло, свет. Вы снимаете с себя шубу, носки, располагаетесь в кресле качалки, берете книгу и начинаете читать. Камінс дот сілтуму гайсму, jūs esat laimīgi ielienat šūpuļkrēslā, apsedzaties vai apsedzaties, grāmeta rokā sākat lasīt. Тем временем хозяйка доехала на работу и съела три печенья, запила кофе с сахаром и уселась за компьютер. Pa to laiku saimniece aizbrauc uz darbu, apēda tur trīs cepumiņus ar kafīņu, kafīņa, protams, ar cukuriņu, ir laimīga. Из этих печенек глюкоза опять перешла в кровь, инсулин опять схватил эту глюкозу и опять тащит в клетку. Un no šīm cepumiem tieši šī glikoze, viņa uzreiz ieiet asinīs, un ko dara insulīns? Bac, viņš atkal paķer to glikozu un atkal nes pie šūnas. Инсулин стучит в дверь, а наша клеточка думает, боже, ну кто же меня отвлекает от замечательного романа? Инсулин клауве, bet šūna domā, ну kas man te grib man novērst manu uzmanību? Не хотя вы идете открывать дверь. Negribot viņa taisa durvis vaļā. Инсулин говорит, слушай, возьми, пожалуйста, глюкозу. А вы говорите, извини, но у меня, мне глюкозы, мне энергии, мне моего тепла и света хватит до конца дня. А шуныня сака, ой, пьедот, ман така не вайк на энергию, не гайсму, ман тас, ко ту я ватнеси, пьедикс лиц денес бейгам. Инсулин говорит, ты понимаешь, мне очень надо, потому что если я глюкозу оставлю просто в крови, она поубивает мне все белки. Insulīns saka, paklausies, tā nevar, man vajag viņu tev atdot, jo ja es glikozi atstāšu asinīs, viņa tur nogalinās visus olbaltumvielas. A klietka gavīt, eta ne mani problēmi. Šūniņa saka, tās nav manas problēmas. Это твои проблемы, говорит инсулин, потому что ты сегодня с утра чуть не умерла от энергетического голода. Bet insulīns saka, nē, tas ir tavas problēmas, jo tu šorīt no rīta gandrīz nomīri dēļ enerģētiskā bada.
Давай сделаем так. Я занесу глюкозу в твою клетку и положу на красивую вот ту подставочку, которая рядом с камином. Поэтому ты завтра проснешься, а у тебя глюкозинки на красивой подставочке. Это называется гликоген. Un insulīns saka, paga, sarunāsim tā, ka es to glikozi tev tomēr atnesīšu un nolikšu blakus kamīnam uz to skaisto paliknīti. Tu no rīta pamodīsies, a glikozīte tur stāv un to sauc par glikogēnu. Ладно, ты меня уговорил, давай мне гликоген. Labi, saka šūniņa, tu mani pierunāji insulīnu. Ok, taisam glikogēnu. Инсулин делает гликоген, а вы опять на кресле качалки читаете свой роман. Инсулин стаится шо гликогену, бет шуниня откал шуполь кресла ласа сау роман. Но наша хозяйка закончила работу, первую часть, и пошла с подругами в обеденный перерыв в пиццерию и съела пиццу. А мусу и пашнице шунинеси, и пашнице меня бейт саударбу, он ар драудзинам издомаю, и паэст пиццу. Огромное количество глюкозы из крахмалистого продукта под названием пицца рванули в кровь. Он кас нотек лиэлс глюкозы даудзумс, йо пицца ир крахмал? Крахмал, да. Стеркель продукт, винч вис айзиет асенийска гликоза, ютурин милти. Инсулин встречает новую глюкозу, хватает ее и тащит в клетку. Инсулин сатек аткал яуну гликозу, аткал виню патер, он нес аткал ус шуну. И он знает, что каждая клетка сейчас его тихо ненавидит и обязательно откажет. Un viņš zina, ka katra no šūnām viņam atteiks. И тогда организм принимает решение сделать больше инсулина, чтобы он был более настойчивым. Un tad organisms pieņem šādu lēmumu, jāuztaisa vairāk insulīna, lai insulīns būtu daudz nepiekāpīgāks. Подходит много инсулина в каждой к своей клетке и давай запихивать это дело все внутрь. Un tagad katrai šūnai ir savs insulīns, un viņš visu šo glikozu mēģina iestatēt tajā šūnā iekšā. Дело в том, что инсулин, у него есть ключ от каждой клетки. Lieta tāda, ka insulīnam ir atslēga no katras šūnas. Хочет клетка или нет, но инсулин может без ее желания глюкозу запихнуть в клетку. Šūna grib vai negrib, bet insulīns var, bet šūnas atļaujas vienkārši iestutēt šo insulīnu, šo glikozu šūnā. И тут клетка возмутилась. Да сколько же можно? Ну мне не нужно столько тепла, мне не нужно столько света, у меня уже есть гликоген, отстань от меня, перестань носить глюкозу. Un te šūna, viņa vienkārši ir sašutus, viņa saklausies, beidz man nesāt šo glikozu, man jau ir gaiši, man ir silt, man jau vairs nav, kur ko to likt. А инсулин говорит, слушай, а ты вообще родину любишь? Insulīns prasa, a tu vispār dzimteni mīli? Знаете, и в организме не принято говорить, ну люблю, ну и что, или не люблю. Нет, надо сказать люблю. Organismā nav pieņems mīlu un kas, vai tur nemīlu. Jāsaka mīlu. Значит, возьмешь глюкозу и сделаешь из нее жир, как миленькая, и отложишь под кровать, куда хочешь. Un tāpēc tu paņemsi glikozi un pārveidosi viņu par taukiem un noliksi vai zem gultas vai skapī vienalga, man vienalga. Шли годы, наша хозяйка завтракала овсянкой, обедала пиццей, ужинала рисом или картошкой. Gāja gadi, mūsu saimniece, viņai brokastīs bija alzu pārslas, pa dienu vēl kaut kas un vakarā tur rīsu putra vai vienalga rīsu. И в конечном итоге клетка поняла, что она... что нет свободного места в клетке, все заплыло жиром, потому что избыток глюкозы превращается в жир. Un tad šūna saprata, ka viss viņas mājoklī vairs nav vietas, viņa pati ir visa pārveidota par taukiem, viņa visa ir
tauku krājumi. Наш общий организм, а это женщина, наверное, бухгалтер, вот, она тоже носила 46 размер, а стала носить 52 размер. Mūsu šūnas īpašniece, varbūt viņa ir grāmatvede, viņa, piemēram, nesāja 46 izmēru, tagad jau viņai 54. У этой нашей хозяйки давление повысилось, потому что инсулин повышает уровень давления. Viņa ir paaugstinājusi spiediens, jo insulīns ir tas, kas paaugstina spiedienu. Она уже пьет таблетки, снижающие артериальное давление, и безуспешно пытается похудеть. Viņa jau dzer zāles, kuras pazemina spiedienu, un tas viņai pat neizdodas, mēģina nomest svaru. И клетка делает, в принципе, то же самое, но у нее нет выбора, и она откладывает все новый и новый жир. Šūna dara visu laiku vienu un to pašu, jo viņai nav izvēles, tāpēc, ka viņa dara, viņa liek un liek un liek jaunus taukus. И тут вдруг клетку посетила шикарная идея. Un te šūnai ienāca prātā superdoma. Слушайте, если у меня много запасного питательного вещества, может быть, мне этой энергии хватит до конца дней моих? Varbūt, ja man tik daudz ir visādu uzkrājumu, varbūt man tas pietiks līdz manas dienas beigām. И тогда я могу запретить инсулину, помещать в меня глюкозу? Un tad es varēšu aizlikt insulīnam mani likt iekšā šo glikozi. Panadabica energija, ja sažgu žir. Man, ja man vajadzēs enerģiju, es sadedzināšu taukus. И она ломает свою замочную скважину, чтобы никто больше не зашел в клетку. Un šūna salauš savu atslēgas caurumu, jeb slēdzeni, lai vairs nekas nevar ieiet šūnā. Приходит инсулин, а ключик в замочек не подходит. Atnāk insulīns, liek atslēgu iekšā un atslēga nedara. Организм делает в 3 раза больше инсулина, а ключик к замочку не подходит. Organisms taisa 3 reizes vairāk insulīnu, bet atslēdziņa neder. Давление уже 180, а ключик к замочку не подходит. Spiediens jau 180, bet atslēdziņa neder. Уровень глюкозы в крови зашкаливающий. Доктор поставил сахарный диабет 2-го типа. Asinī glikozes līmenis jau ir pāriet visam pāri, un dakteris saka, diabets, 2. Tipa diabets. Через 10 лет примерно этого диагноза эта наша хозяйка может получить еще онкологическое заболевание. Un ir šāda diagnoze, apmēram pēc 10 gadiem mūsu šīs te klients var dabūt arī vēzi. Потому что инсулин пытается активировать рецепторы, и это приводит к неправильному делению клеток. Tāpēc, ka insulīns viņš visu laiku mēģina iedarbināt šos te receptorus, bet tas veicina tikai šūnu dalīšanos. Я вам нарисовала историю, как из красивой девочки, которая носит 44 размер одежды. Es jums uzīmēju šo stāstu, kā meitene, kura nesā 44 apģērba izmēru. К 55 годам мы получаем, к 60 годам мы получаем женщину, которая носит 52 размер одежды. Mēs līdz 50 gadiem saņēmām sievieti, kura jau nesā 56 vai kuru tur izmēru. Имеет высокое артериальное давление и сахарный диабет 2-го типа. Viņai ir liels asinsspiediens un, otrā līmeņa diabets. И все потому, что она не знает, как построить свою тарелку. Un tas ir tāpēc, ka viņa nesaprot, kā būvēt, jeb izveidot savu šķīvi. Итак, друзья, передозировка углеводов в вашей тарелке – это глюкоза в вашей крови. Tātad, draugi, ohidrātu pārdozēšana jūsu šķīvī, tas ir glikoze jūsu asinīs. А также жир в ваших клетках и на ваших боках. Un tātad sekojoši, tas tie ir tauki uz jūsu šūnām, jūsu šūnā un jūsu sānos. Я работаю с огромным количеством людей в течение 20 последних лет.
Es strādāju ar ļoti daudz, lielu daudzumu cilvēku 20, nu, pēdējos 20 gadus. Я считаю, что эта сказка, которую я вам рассказала, она должна быть в основе построения каждой вашей тарелки ежедневно. Un es uzskatu, ka šī pasaka, ko es jums izstāstīju, viņai ir jābūt tā kā par pamatu jūsu šķīvja izveidošanai katru dienu. Хватит есть, чтобы просто утолить голод. Pietiek ēst tikai tāpēc, lai nomierinātu bada sajūtu. Давайте есть согласно физиологии, чтобы если у вас есть лишний вес, вы его лишились. Jāsāk ēst attiecīgi ar mūsu fizioloģiju, ja mums ir liekais svars, mums vajag izdarīt tā, lai viņš aiziet prom. Если у вас есть недостаток веса, чтобы вы набрали вес мышечной массой. Bet ja jums trūkst svara, vajag darīt tā, lai jūs pieņemtu šo svaru ar muskuļu masu, nevis taukiem. А если ваш вес соответствует вашему росту, порядок, чтобы вы в следующем году выглядели еще лучше, чем в этом, чтобы вы улучшались. А ja jūsu svars ir attiecināms pret jūsu augumu, tad tik un tā ir jādara tas, lai uz nākošo gadu jūs vēl uzlabotos. Построение тарелки выглядит следующим образом. Un šķīvja veidojums, jeb ko mēs liekam uz šķīvja, izskatās sekojoši. Сначала мы кладём высокобелковый продукт. Sākumā mēs liekam augsti olbaltumvielu saturošu produktu. Таким образом, чтобы за сутки получилось для женщин 1 грамм белка на каждый килограмм веса. Tā, lai pa dienu mēs varētu saņemt 1 grammu olbaltumvielas uz 1 kilogramu svara. Если хотите, я вам дам таблички волшебные, в которых, правда, там на русском все это дело расписано, но вы можете найти и на вашем родном языке. Es jums iedošu tabuliņu, vienīgais viņa ir krieviski, bet visu jūs varat atrast arī savā dzimtajā valodā. Для мужчин это 1,2 грамма на каждый килограмм веса. Vīriešiem tas ir 1,2? 2. 1,2 uz 1 kilogramu svara. И желательно эту норму соблюдать. Un tā ir tā norma, kuru vajadzētu uzpasēt. Теперь про углеводы. Если у вас есть лишний вес. Tagad par ольхидратiem. Ja jums ir liekais svars, то тогда мы не можем есть, вы не можете есть больше 60 грамм углеводов за день. Tad jūs nevarat apēst vairāk kā 60 ohidrātu daudzumu, grammus dienas laikā. Тоже можно посчитать по таблицам. Эту работу нужно сделать. To var arī izskaitīt pēc tabulām, un šo te darbiņu ir obligāti jādara. Если вес нормальный, если недостаточный, pietiekams, то мы на углеводы внимания не обращаем. Tad mēs uz ольхидратiem neskatāmies. Что же делать, если вес недостаточный? Ko darīt, ja svars trūkst? Обратите внимание на переваривание пищи. Скорее всего, проблема в этом. Pievēršiet uzmanību, kā barību pārstrādā jūsu organismu, jo drīzāk tur ir tas suns apraksts. Соответственно, тарелочка, на половинку тарелки кладём высокобелковый продукт. Tātad puse šķīvja ir ar šo te lielo olbaltumvielu daudzumu saturošo produktu. Или мясо, рыба, птица. Zivs, gaļa, putns. Яйца, молочное, кисломолочное. Olas, piena produkti, skap piena produkti. Бобовые, орешки. Pupas, rieksti. Prarostočki. Varbūt iediglīši, izauguši. А на вторую половину тарелки кладем углеводы некрахмалистые. Bet uz otru šķīvja daļu mēs liekam ohidrātus, bet tos, kuri nav ar tā kā ar cieti saturoši. Pomidorčiki, agurčiki, perec. Tomātiņas, gurķīšus, pipariņas. Все виды капусты.
visādu veidu kāpostiņu. Baklažāni, patisoni. Baklažāni, patisoni. Много зелени. Ļoti daudz zaļumu. Это есть можно хоть ведро. To var ēst kaut vai spaini. Чего избегают люди, у которых вес выше нормы? Ko nedara cilvēki, kuriem svars ir lielāks nekā norma? Каши. Путру. Исключение составляет перловка. Never ēst putras. Tiem, kuriem liekais svars, nevajadzētu ēst putras, izņemot putrainus. Да. Исключение составляет черный рис. Grūbas, ja. Vēl melnie rīsi var ēst. Исключение составляет бобовые. Un var ēst pupiņu, visādas pupiņas. То есть каши мы не едим до тех пор, пока вес не будет нормальным. Putru mēs neēdam līdz tam brīdim, kamēr svars nav normāls. Мука, из чего делают хлебобулочные изделия, мы не едим. Miltus, no kā taisa visus, no visas bulciņas maizītes mēs neēdam. Rīs mm-hmm. Мы не едим, белый. Rīsus, baltos rīsus neēdam. Mm-hmm. Стараемся не есть сахар, ясное дело. Skaidrs, ka neēdam cukuru. Так, и картошка. Un kartupeļus neēdam. Kartupeļi, все корнеплоды достаточно крахмалистые, картофель нет. Jo visi šie kartupeļi, viņš ir cietu saturošs produkts, daudz, tāpēc ne. Таким образом, те килограммы, которые пришли последний год, быстро слетят. Tādā veidā visi kilogrammi, kuri atnākuši pēdējos gados, viņi ļoti ātri aizies prom. А те, которые были отложены давным-давно, с ними сложнее. А те, кури бі сен-сен ускрати, вот ар виньям ір саражжіта. Мы можем попросить клетку активнее работать, чтобы она быстрее сожгла те жиры, которые внутри неё. Bet mēs varam palūkt šūnē, lai viņa ātrāk sadedzina visus tos taukus, kas ir viņā iekšienē. Например, пригласить её в спортивный зал. Piemēram, uzlūkt viņu uz sporta zāli. Или повести на утреннюю прогулку. Vai nu aizvest viņu rīta pastaigā. Или начать плавать. Vai nu, piemēram, sākt peldēt. Ваша задача – не давать избытка углеводов, раз. Jūsu uzdevums – nedot oļhidrātu daudzumu, lielu daudzumu. И заставить клетку сжечь тот жир, который уже внутри. Un līdz šūnei dedzināt tos taukus, kuri jau ir iekšā. Тогда она вынуждена будет опять открыться навстречу инсулину. Tad šī šūna būs spiesta atkal atvērties insulīnam pretī. Тогда инсулин опять будет приходить к ней каждое утро и давать ей глюкозу. Un tad insulīns katru rītu nāks no viņas, pie viņas un atkal dos viņai glikozi. Но так как вы давно на низкоуглеводном питании, bet tā kā jūs jau sen esat uz šīs te zemes ohidrātu ēšanas paraduma. Glukozy v krovi budet nemnogo, insulina nemnogo. Glukozy asins nebūs daudz, insulins nebūs daudz. Соответственно, давление придёт в норму. Spiediens atnāks, nu, paliks normāls. И вы отведёте от себя такую страшную болезнь, как злокачественные опухоли. Un jūs tādā veidā neiepulsaties tādās nepatikšanās, kā ļaudabīgs audzējs. Это настолько важное понимание, которое позволит вам ежедневно соблюдать инструкцию по эксплуатации тела. Un tas ir tik ļoti svarīgas lietas, kuras jums liks katru dienu izpildīt šo instrukciju, kā mums mūsu ķermenis, jeb mūsu miesa jālieto. Если бы мне кто-то сказал, Лена, тебе удастся когда-то потом помогать людям с злокачественного образования, я бы не поверила бы.
Ja man kāds teiktu tajā laikā, ka Ļena tev sanāks palīdzēt cilvēkiem, kuriem jau ir šī ļaundabīgie audzēji izveidojušies, es noteikti neticētu. Если бы мне кто-то сказал, Лена, тебе будет удаваться снижать артериальное давление у людей, у которых оно высокое, я бы не поверила. Un ja man toreiz kāds teiktu, ka tev sanāks pazemināt spiedienu cilvēkiem, kuriem ir pārāk augsts spiediens, es to neticētu. Если бы мне сказали, что Лена, тебе удастся снижать уровень глюкозы в крови у людей с сахарным диабетом второго типа, я бы не поверила. Un ja man teiktu, ka tev sanāks pazemināt glikozes līmeni asinīs cilvēkiem, kuriem ir otra tipa diabets, es arī neticētu. Но 20 лет я уже наблюдаю эти чудеса. Bet jau 20 gadus es jau vēroju šos brīnumus. Я счастливый человек. Un tāpēc es esmu laimīgs cilvēks. Эта девочка Оксана, 51 год. Šī meitene ir Оксана, viņai 51 gads. Между первой и второй фотографией 2 месяца. Starp pirmo un otro bildi ir 2 mēneši. Она перенесла лечение рака, в течение которых набрала 10 килограмм. Viņa ārstējās no ļaudabīgā audzēja, kura laikā viņa uzņēma 10 kilogramus. На первой и на второй фотографии вес абсолютно одинаковый. Pirmajā un otrajā bildē ir pilnīgi vienāds svars. Она говорит, ушли отеки? Нет, ушли отеки и жир. Vai aizgāja šīs tas, nu, kas bija ūdens, vai aizgāja tauki, aizgāja tauki? Mhm. Это тоже девушка Наташа. Šī meitene Natālija. Тоже был злокачественный процесс, и после лучевой терапии поплыло лицо, кожа. Viņai arī bija šīs ļaundabīgas audzējs, un kad bija šī te gaismas terapija, viņai sāka, nu, vienkārši viss sāka peldēt pāri, nu, taukos. Мы просто стали заниматься питанием. Mēs vienkārši sākam nodarboties ar ēšanu. Вчера была у косметолога вердикт. Vakar bija pie kosmetologa, un ko viņš teica? Ухоженная кожа, подтянутый подбородок, сияющий внешний вид. Nogludināta кожа. Āda, skaista āda, zots ir ievilts, un vienkārši meitene spīd un laistās. Девочке 50 лет. Meitene 50 gadi. Mm-hmm. Людмила, ревматоидный артрит в течение последних 15 лет. Людмила, ревматоидный артрит, pēdējos gadus, daudz gadu. 7 лет не ходила без посторонней помощи. 7 gadus nestaigāja viena pati, ja viņai nepalīdz, nevarēja staigāt. И сейчас иногда бывает, что боль в суставах, и прохожу всего лишь 3-4 тысячи шагов. Un tagad vēl varbūt ir laikam, ja, sāpes locītavās, bet jau eju 3-4 tūkstoši soļu. Но после стараюсь наверстать упущенное. Bet, nu, cenšos tā kā saņemties. На фотографии она прошла, видите, 300 тысяч шагов. Fotogrāfijā viņa ir nogājusi 3000 soļu, ne, 300 tūkstoši. 7 лет не ходила без посторонней помощи. 7 gadus nestaigāja, kāds viņai nepalīdzēja. Я вам рассказала историю про глюкозу, про камин. Помните всегда эту картинку, когда готовите себе еду. Es jums izstāstīju pasaku par glikozi, par kamīnu, un atcerieties šo ainu, jeb šo pasaku vienmēr, kad gatavojat sev ēst. Посмотрите на эту клеточку. Paskatieties uz šo šūniņu. Это девочка, которая живет в однокомнатной квартире студии. Вот ее камины. Вот одна митохондрия, вот вторая. Šitā meitene, kura dzīvo šajā vienistības dzīvoklī, studijā, un rekur viņai kamīns, kas ir mitohondrijas, viena un otrs. То есть, когда мы кушаем, друзья, мы кушаем для того, чтобы построить, на самом деле, клеточные мембраны, из которых состоит все в нашей клетке.
Bet, kad mēs ēdam, mums ir jāsaprot, mēs ēdam tāpēc, lai mūsu šūnā celtu visas membrānas, no kura sastāv visas mūsu šūnas. Membrāna nesastājāt iz uglivoda. Membrānas, viņas neveidojas no ohidrātiem. Они состоят из белка, видите, красненькие большие штучки такие. Viņi sastāv no obaltumvielas, redziet, tur tādas sarkanas lietiņas. И, видите, один слой и второй слой жиров. Un redziet, viens slānis un otrs tauku slānis. Когда вы кушаете суточную норму белка, вы получаете суточную норму жиров. Un kad jūs apēdat šo te obaltumvielu dienas devu, tad jūs dabūnat arī tauku dienas devu. Теперь для тех людей, у которых научный склад ума. Un tagad tiem cilvēkiem, kuriem ir tā kā zinātnisku smadzeņu domāšanu. Ну, например, мне сказки можно не рассказывать, просто покажи схему, я все пойму. Man, piemēram, nevajag stāstīt pasaciņas, parādi man schēmu, un es visu sapratīšu. Я беру глюкозу. Es ņemu glikozi. Запихиваю ее внутрь митохондрии. Ielieku viņu mitohondrijā iekšā. Видите, из глюкозы пируват, пируват внутрь митохондрии. Ну, главное, что это внутри митохондрии. Ну, главное, что это митохондрия iekšienē. Дальше из пирувата вот это вещество образуется, а потом вот это вещество. Sākumā izveidojas tā viela, un pēc tam tā otra viela. Так. И если вот это вещество нужно для образования энергии, оно сжигается. Un ja šīta viela ir vajadzīga, lai taptu par energiju, tā viela sadedzinās. А если клетке энергия больше не нужна, это вещество возвращается из митохондрии опять в клетку. А ja энергии šai šūnai nav vajadzīga, šī viela atgriežas no mitohondrija atpakaļ šūnā. И из него делают холестерин, который когда-нибудь сядет на стенках кровеносных сосудов. Un no viņa taisa holesterīnu, kurš kaut kād var nosēsties uz asinsvādiem. Sначала это будет ничего страшного, а потом инсульт, инфаркт. Sākumā tas nebūs nekas tāds biedējošs, bet pēc tam tas ir insults un infarkts. Ну ладно, если холестерин не сделается, тогда из этого вещества сделаются жирные кислоты, которые и жиры, которые отложатся на боках. Jā, bet piemēram, ja no tā neizveidosies holesterīns, tad noteikti izveidosies tauki, kur, nu, viņš pārveidojas taukskābēs, kuras atnogulsnēsies sānos. Надеюсь, теперь очень-очень подробно вы понимаете, зачем нужно взять под контроль углеводы. Это не продукт питания, друзья. Булки есть нельзя. Un es domāju, jūs tagad saprotat, kāpēc vajag ļoti kontrolēt ohidrātus, lai saprastu, nevar ēst bulciņas. Итак, каждая новая молекула жира убивает мышечную ткань. Katra jauna tauku molekula, viņa nogalina muskuļu šūnas. Приближает человека к диабету. Tuvina cilvēku diabetam. Делают так, что человек себе не нравится в зеркале. Dara tā, ka cilvēks sev nepatīk spogulī. Разрушает суставы, потому что ну нельзя суставам носить вес на 20 кг больше, чем надо. Izārda locītavas, jo locītavām nevajadzētu nesāt 20 kg vairāku svaru, piemēram, nekā tas vajadzētu. Каждая капелька жира накапливает жирорастворимые витамины. Ой, токсины. Katras tauku piliens viņi sevī paņem šos te tauku šķīstošos toksīnus. И если человек поправился на 5 кг, ему уже не хочется двигаться. Un ja cilvēks jau pieņemās svarā, piemēram, pa 5 kg, viņam jau negribās kustēties. И он уже говорит, сначала он говорит, бег не для меня. Sākumā viņš saka, ну nē, skriešana нав priekš manis. Танцы не для меня. Dējas нав priekš manis. Платье красивые, узкие, футляры не для меня.
Skaistas spiegulošas kletes arī nav priekš manis. Конечном итоге он может сказать, что и ходьба не для него. Un beigu beigās viņš var pateikt, nu arī staigāšana nav priekš manis. Вот, поэтому, друзья, давайте так. Обязательная физическая нагрузка, если вы хотите быть красивым и здоровым человеком. Tāpēc sarunāsim tā, ka fiziskā slodze viņa ir neatņemama sastāvdaļa, ja jūs gribat būt vesels un skaists cilvēks. Это может быть ходьба, плавание, велосипед. Tas varētu būt staigāšana, peldēšana, ritens. Только аэробная нагрузка способна сжечь ваши жиры. Jo tikai aerobālā slodze viņa spēj sadedzināt taukus. Это норма белка, я вам уже сказала. Вот. И теперь важная вещь. Если у вас 5 или более лишних килограмм, скорее всего, вы нуждаетесь в нутрициологической поддержке. Drīzāk jums ir vajadzīga šī nutriciologiskā отбалсы. Если у вас хоть одно хроническое заболевание, viena хроническая слимība, скорее всего, вы нуждаетесь в нутрициологической поддержке. Drīzāk ir vajadzīga šī nutriciologiskā palīdzība. Если вам больше, раньше говорила 55, сейчас говорю больше 60 лет, Ja jums ir vairāk nekā 55, bet nu tagad saku 60 gadi. Скорее всего, вы нуждаетесь в нутрициологической поддержке. Drīzāk jums ir vajadzīga šī nutricioloģiskā palīdzība. Потому что молодой здоровый человек сам выкрутится из той проблемы, в которую зашел через питание. Tāpēc, ka jauns cilvēks, viņš pats izgriezīsies no tās problēmas, kurā viņš ir ticis deļēšanas. А те категории, которые я только что вам сказала, самостоятельно выбраться сложно. Bet tās kategorijas, kuras jums tikko pateicu, viņiem pašiem tikt galā ļoti sarežģīti. Потому что для того, чтобы сжечь лишний жир, у вас не должно быть дефицита по витаминам. Tāpēc, lai sadedzinātu liekos taukus, jums nevajadzētu būt vitamīnu deficīts. Столько в пище нет, или если есть, вы столько не всосете через желудочно-кишечный тракт. Jo te ir variants, ka uzturā tik daudz vitamīnu nav, vai nu jūs neiesūksiet caur barības traktu. У вас не должно быть дефицита по минералам. Nevajadzētu būt minerāļu deficīta. У вас не должно быть дефицита строительного материала для биологических мембран. Jums nevajadzētu celtniecības materiāla, ar ko ceļ bioloģiskās membrānas. Это омега-3 и лецитин. Tas ir омега-3 un лецитинс. Вы не можете не использовать суточную норму по воде. Jūs nevarat nelietot pareizo dienas ūdens devu. И желательно учитывать pH баланс. Un vēlams, lai būtu sapratne par pH balansu. Потому что лишний вес, хронические болезни равно закисление. Tāpēc, ka liekais svārs plus hroniskā slimības vienādības zīme ar organisma saskābināšanu. Поэтому 20 лет лично я уже занимаюсь тем, что пропагандирую добавление в свой рацион вот этих вкусняшечек. Tāpēc jau vairāk nekā 20 gadu es daru to, kā propagandēju savā uzturā izmantot šos te garšīgumus. И сама использую так называемую ладошку красоты. Un pati, piemēram, izmantoju tā saucamo sauju ar skaistumu. Которая позволяет моей красавице, клеточке, которая живет в однокомнатной квартире студии. Kas atļauj manai šūniņai, kura dzīvo šajā vienistabas dzīvoklī studijā. Būt всегда красивой, ухоженной, здоровой. Būt vienmēr skaistai, sakoptai un veselai.
чтобы ее дом был полной чашей. Lai viņu nams būtu pilns trauks. Миленькая, тебе нужен витамин B1, вот он. Dārgumiņ, tev vajadzīgs B1, vitamīns B1, lūdzu, šeit viņš ir. 15:00, тебе нужен кальций, вот он. Tev vajadzīgs kaļķis, re, kur viņš ir. Ты решила сделать новые мембраны? Пожалуйста, вот тебе омега-3 лецитин. А, ты гриби устаить яунас мембраны, слух, тев шейт ир омега-3 лецитинц. Чтоб каждая ваша клеточка была настолько прекрасна и защищена. Лай катра юсу шуна буту скайста ун айсаргата. Что когда вы утром просыпаетесь, вы просыпаетесь под молитву ваших клеток. Tad, lai no rīta jūs pamostaties no jūsu šūnu lūkšanām. Я вам скажу, что это такое за молитва. Un Спасибо pateicu, большое, что я родилась в твоем замечательном организме. Paldies, liels, ka es esmu piedzimusi tieši tavā organismā. У меня каждый день есть все, о чем я могу только мечтать. Man katru dienu ir tas, par ko es tik varu sapņot. Я только открыла глаза, у меня уже есть кислород, глюкоза, все витамины, все минералы. Tikko atveru acis, man jau ir glikoze, skābeklis, visi vitamīni, visi minerāļi. А все мои какашки за вчера ты уже спокойно вывела, и мне, у меня хороший тут не воняет. А visus manas kakiņas, kuras bija sakrājušās pa dienu, tu esi veiksmīgi izvadījusi ārā, un man šeit nekas neož. Смотрите, я вам сейчас проговорила два нутрициологических принципа. Es jums tagad minēju divas nutriciologiskos principus. Я обучаю огромное количество нутрициологов. Es apmācu ļoti, ļoti daudz, lielu daudzumu nutriciologus. И я им объясняю, что вы сидите в лодке. Un es viņiem skaidroju, ka viņi sēž, jūs sēžat laivā. У вас два весла. Jums ir divi airi. Первое весло называется метаболическая терапия. Pirmais airis saucās metaboliskā terapija. Вы должны человеку дать все витамины, все минералы, все мембранопротекторы. Jums jāiedot cilvēkam visus vitamīnus, minerālus un vēl protektorus. Второе весло. Человек у вас должен быть чистым, детоксикация. Un otrs airs, ka cilvēkam jābūt tīram, tā ir detoksikācija. Кто не был на прошлом занятии, я рассказывала сказку про самозагрязнение организма. Обязательно посмотрите. Tas, kas nebija pagājušo reizi, es stāstīju par pasaku, par netīro organismu, obligāti noklausties. И получается, если вы сидите в лодочке и работаете обоими веслами, un sanāk, ja jūs sēžat laivā un strādājat ar abiem airiem, биологический возраст вашего подопечного будет снижаться. Tā cilvēka bioloģiskais vecums, ar kuru jūs strādājat, krasi samazināsies. Он будет молодеть, хорошеть. Šis cilvēks sāks palikt jaunāks un skaistāks. У него будут отваливаться его хронические заболевания. Viņiem vienkārši nokritīs хроniskās slimības. И вы сможете сделать для него то, что не может сделать ни одна медицина. Un jūs izdarīsiet priekš viņa to, ko nevar izdarīt neviena medicīna. То, что я требовалось доказать. Un tas ir tas, ko arī vajadzēja pierādīt. Поэтому, друзья, смотрите, я с 2008 года использую самые качественные биологически активные комплексы, которые только вот могу купить для себя. Tāpēc no 2008. Gada es izmantoju bioloģiski aktīvo kompleksu, ko es varu nopirkt priekš sevis. Я использую биологически активные комплексы компании, которая 50 лет делает биологически активный комплекс. Es izmantoju bioloģiski aktīvus kompleksus no kompānijas, kuri jau 50 gadus tos ražo. Эта компания отправляет свой продукт в 50 стран мира и прошла 50 министерств здравоохранения. Ši kompānija sūta savu produkciju uz 50 pasaules valstīm un izgāja aizsardzības laikam dokumentus.
Соответственно, скорее всего, это самое качественное, до чего я и вы можете дотянуться. Дрисак, это сервис, вис... Можете себе позволить. А этот проект называется Nature Sunshine Products. Šis produkts saucas Natural Sunshine Products. И не обязательно быть доктором, чтобы пользоваться этими прекрасными вещами. Un nav obligāti jābūt par dakteri, lai viņu var lietot. Вам всего лишь нужен поливитаминный продукт, например, суперкомплекс. Piemēram, jums vajadzētu superkompleks produktu, kur ir polivitamīni. Омега-3 лецитин. Омега-3 un лецитинс. Обязательно для ощелачивания водичка с хлорофиллом вам понравится. Obligāti, lai padarītu vidi sārmainu, ūdens ar chlorophyllu jums patiks. Женщинам обязательно кальций, магний, хелат, потому что мы страдаем от остеопороза. Sievietēm obligāti kalcijs, magnija, hilats, jo mums draud osteoporoze. Хотя бы вот эти пять вещей, пять пальчиков, пять вещей, это минимум, с которого нужно начать, если вы никогда не помогали себе нутрициологически. Tas ir piecas lietas, tā kā pieci pirksti, no kā būtu jāsāk, ja jūs nekad sev nebijāt palīdzējuši nutricioloģiski. Вы можете попросить у Оли, чтобы она вас взяла под крылышко и дала вам ссылочку для регистрации в интернет-магазине. Jūs varat pajautāt Olgai, lai viņa jums iedot linku, lai jūs paši varat pasūtīt internetveikalā. Просто взять, почитать те продукты, о которых я только что говорила. Palasīt par tiem produktiem, par kuriem es stāstīju. И быть, и у вас появится возможность помогать себе, своим клеточкам. Un jums būs šī iespēja palīdzēt sev, savām šūnām. Какой мне язык выбрать? Извините. Латышский. Вот этот, да? Правильно? Олечка, правильно? Нет? Нет? Ой, извините. Боже. Вот так, да? Красно-белый. Вот. Красно-белый, отлично. Вот. А вот, смотрите, все есть на языке, который вы понимаете. Теперь я не понимаю. Боже. Да, вот смотрите, здесь очень много вкусных вещей. Я могу об этом рассказывать часами. Но, друзья, здесь есть прям наборы. Вот, например, я один набор, так как я не понимаю языка, видите, я просто первый попавшийся набор, сейчас вам покажу, как он строится. Es, piemēram, paņēmu vienu to tur, es nesaprotu valodu, bet parādīšu, kā viņš ceļā, nu, no kā viņš sastāv šīs, te, nu, komplekts, kas tur ir iekšā. Смотрите, омега-3, из неё можно построить клеточные мембраны. Омега-3, no kā var celt šūnu membrānas. Витамин С – это витамин, который кормит надпочечники и избавляет их от хронического стресса. C-vitamīns, kurš baro virsnieres, tā kā virsnieres un pasargā viņus no hroniskā stresa. Вот это, например, валерьяна, шишечки хмеля и стратосвет. Ага, комплекс валерьяны. Комплекс валерьяны. Открыть нам? Пассифлора, валерьяна. Пассифлора валерьяна. Пассифлора валерьяна. Это работа с синдромом с хроническим стрессом и истощением коры надпочечников. Tas ir darbs ar hronisko stresu un virsnieru.
Дальше, смотрите, магний. Магний вам известен тоже как борец с хроническим стрессом. Кто плохо спит, у кого судороги, например. Магний arī tas, kurš strādā ar hronisko stresu, kurš slikti guļ, kuram ir krampi. А вот это витамин D. Без витамина D не похудеешь. Нужно иметь витамин D в достатке. А вы живете на такой территории, где солнышко по другим углом светит на вас. Соответственно, будет дефицит. Un tas ir vitamīns D. Без витамина D nevar notievēt. Un vitamīns D ir tā kā saules vitamīns. Un mēs dzīvojam, jūs mēs dzīvojam. Tā, tur, kur saulīte ir cits lēņķis, nu, maz saules. Угу. Это я рассказала про вот наборы, видите, про релакс. А вы можете посмотреть все наборы и выбрать для себя тот, на который у вас слюнка потечет. О, хочу, 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 хочу. Es izstāstīju par visiem, bet jūs varat izvēlēties sev tādu, kur jums, nu, pilnīgi siekaliņa teikt, bet gribu, gribu, gribu. Задача поставить травы, витамины и минералы себе на службу. Uzdevums ir nolikt šīs te minerāļus un šīs te zālītes, lai viņi kalpotu mums, man. Потому что, когда вы будете менять питание, добавлять физическую нагрузку, нужно Tāpēc, обеспечить организм. Tāpēc tie, kuri no jums sāks mainīt šo te uzturu, pielietot fizisko slodzi organismam vajag, Нужно обеспечить организм всем необходимым, чтобы на вас молились, как на доброго Бога. Организмам vajag izdarīt tā, lai būtu viss vajadzīgais viņam pieejams, un lai organisms lūdz par jums, tā kā jūs lūdzat labo Dievu. Gatavu atvietīt na vaši vopros. Un tagad es esmu gatava atbildēt uz jūsu jautājumiem. Tā, Sandra. Вопрос такой про олбалтумвилс, это белки. Один грамм на килограмм веса. Если я вешу 70 килограмм, это значит мне 70 грамм белка только на целый день. Да. Сейчас посчитаем. Тулик мы соскайтесь. Если у вас на утро 2 яйца, это 12 грамм белка. Ja no rīta jums apēda divas solas, tas ir 12 grammi olbaltumvielas. И еще немножечко сыра. В 100 граммах сыра содержится 22 грамма белка. 100 граммов сыра и 22 олбалтумвиелу граммы. Но вы не стали есть 100 грамм, это много. Вы съели 10 грамм. Нет, вы съели 20 грамм. 100 граммов сыра не апэдисит, это сыр подалч, и сапэдат 20 граммов. Соответственно, 22, плюс 4 грамма белка. Плюс 4 грамма. 12 плюс 4, допустим, получилось 15. Я сейчас упрощаю. Если это такая, ну, бегла, как будет, ну, примерно 15 грамм. Итого, 70 грамм минус 15, это сколько осталось? 60, 55 грамм осталось. 55 грамм ir palikuši, jo mēs atņemam. 55 делим на 2, потому что нужно на обед и на ужин. 55 sadalam uz 2, jo vajag pusdienās un vakariņās. Получилось по 27 примерно грамм белка. Apmēram 27 граммы. 100 грамм рыбы. Это примерно 20 грамм белка. Tas apmēram 20 olbaltumvielu grammi. Ну, вы не накушаетесь 100 граммами, давайте возьмем 150 грамм рыбы. Ну, лабак 150, ее по 100 помазать не скушаешь. 20 плюс половинка, вот это 30 грамм получилось. О, санат 30 грамм. Плюс салат, помидорчики, огурчики, в которых белка нет. Плюс салат и томаты, огурки, что на оба. Хорошо, значит, нам осталось на ужин съесть... ну, где-то 20 грамм, 25 грамм белка. Вакариня с 20-25 грамм. Мы можем сделать себе нут или маш.
Nut. Nu, tu es saprotu no rīkstiem. Nut. Ну да, это горох, это бобовые. Это бобовые. Ну, чечевица. Давайте чечевицу возьмем. Vai nu lēcas. Ага. В 100 граммах чечевицы содержится 10 грамм белка. 100 граммов лэцас ir 10 граммов олбалтумвиелу. А мы съедим 200 грамм чечевицы, будет 20 грамм белка. Мы сапэдам 200 граммов сок и 20 граммов. И что-нибудь еще такое... Что-нибудь еще такое нужно, чтобы добрать белок? Что же такое придумать там? Яйца уже были, да? Ну, может быть, вы какой-нибудь стаканчик кефира еще выпьете на ночь. Стакан кефира 6 грамм белка. Может быть, глазы и кефир. Она говорит, творог еще можно. Да, да, чуть-чуть. Yeah, просто так. Или горсть орешков. Vai nu sauiņu ar riekstiņiem. В 100 граммах орешков 20 грамм белка. 100 граммов riekstos ir 20 грамм олбалтумвиелу. Это очень много. Поэтому мы 25 грамм орешков возьмем. Это будет 5 грамм белка. Paņemsim mazāk 20 грамм, lai būtu 5 грамм олбалтумвиелу. Эти орешки можете бросить в свой салатик. Он варит шос рекстус, емес салатус. Все, мы вас накормили. И главное, не дали передозировки по углеводам. Он галнес не еде вам пардозешену ар охидратием. Будете ли вы сытая и довольная? Вис бусет паэдуси ум прецига. Некоторые говорят, вряд ли, потому что привыкли постоянно что-то жевать, и это что-то углеводы. Даже сака, как ну, не знаю, я, тепецка, ир ирадумс, калко, вису лайко кошлят. Смотрите, как работает углеводный обмен. Скатитесь, как страда олбалтум углеводный, карбохидратный. Когда вы кушаете что-то, содержащее углеводы, вы вызываете инсулин, знаете уже. Инсулин берет глюкозу, быстро запихивает за по клеткам. Инсулин снимет глюкозу, он очень отрисали саба шунас. В крови пусто, нет глюкозы в крови. Asinis tukšums, glikoze tur nav. Головной мозг говорит, вы нормальные вообще? Как вы меня можете оставить без глюкозы? Вдруг мне нужно быстро что-то решить? Un smadzenes saka, kā jūs man varat atstāt bez glukozes, ja man kaut ko pēkšņi vajag atrisināt? Срочно заставьте хозяйку поесть, чтобы у меня опять был 5% раствор глюкозы в крови. Ļoti steidzīgi liekat saimniece ēst, lai man visu laiku asinīs būtu vismaz 5% no glikozes. Nu, no cukura. У хозяйки начинают трястись руки. Saimniecei sāk drebēt rokas. Чувство страха. Bailes. Холодный пот. Sviedri augsti. И ужасно хочется есть. Un šausmīgi gribas ēst. И причем хочется есть именно углеводы. Galvenais, ka es gribās tieši ohidrātus. Konfetku. Končiņu. Snikers. Snikerīti. Kakoņbūt slatki čais pečeņiem. Saldo tēņu ar cepumiem. Javna ne jaīšnicu. Ne jaīšnicu, jai počas. Ne omleti. Ūrviņu gļukoze v krāvi bistra rastot. Glikozes līmenis asinīs ātri aug. Insulīns говорит, да ёлки-палки, я только что убрал. Опять хватает её, опять по клеткам. Insulīns saka, nu kas atkal, es tikko viņu savācu, atkal ņem un atkal stum šūnās. И так бесконечно. Un tā tas turpinās paplu visu laiku. Вы не нуждаетесь в таком количестве еды. Jums nevajag tik lielu ēdienu daudzumu. Вы нуждаетесь в том количестве еды, белка, который накормит ваше тело и клетки. Jums vajag
ēdienu, olbaltumvielas, kas pabaros jūsu ķermeni un jūsu šūnas. Только контроль углеводов приведет вас к свободе от еды. Tikai ohidrātu kontroli jūs atvedīs uz brīvību no ēšanas. Обычно для остановки углеводных вот этих вот качелей нужно от 2 до 8 недель. Parasti, lai apstādinātu šos te ohidrātu šūpoles, vajag no 2 līdz 8 nedēļām. Я жду просто следующий вопрос. Вы напомнили про суточную норму воды. Сколько это? 30 миллилитров на каждый килограмм веса. 30 миллилитров у скатру свара килограмма. Давайте считать. Так, вам скайдит. Вот девушка, у которой 70 килограмм, 70 умножить на 0,03. Meitene, kurai ir 70 kilogrammi, tātad 70 reiz 0,3. Получается 2,1 литра. 2,1 no литра, 2,200, ja? И эта суточная норма, ее нужно выпить за день гладенько, не за один раз. Un galvenais jāsaprot, ka to jāizdzer pa visu dienu, nevis uzreiz. Я и Оля делаем правильно. Раз в 15 минут прикладываемся к бутылочке. Es ar Olgu daram pareizi, jo ik pēc 15 minūtēm mēs vienkārši kaut ko maziņu uzdzeram. У меня здесь пол-литра помещается. Man tur ir пус-литрs. Я сюда добавляю 1 столовую ложку хлорофилла и получаю целебный, ощелачивающий напиток. Un es tur ielieku vienu ēdamkaroti хлорофилла, un man sanāk ārstējošs dzēriens, kas padara vidi sarmainu. Ощелачивающий – это коррекция pH баланса. Sarmains, tas ir pH līmeņa balans. Это отдельная тема, друзья. Tā ir pilnīgi atsevišķa tēma. Ну, это вещь, которая... я должна... Если бы мне сказали, Лена, тебе не... мы тебе запрещаем пользоваться всем, чем ты пользуешься, оставь себе одно что-то. Un tā ir lieta, ja man pateiktu, klausies, mēs tev aizliedzam visu lietot, ko tu lieto, atstāj sev tikai kaut ko vienu. Я в себе оставила хлорофилл, не могу без него жить. Это зелень, столько я не съем. Es tev atstātu хлорофилу, jo zaļumus es tik daudz neapēdīšu. Ну, это отдельная тема, если захотите, я вам ее расскажу. Bet tā ir atsevišķa tēma, un ja jūs gribēsiet, es jums varēšu viņu pastāstīt. Это защита от воспаления, рака. Tas ir aizsardzība no iekaisumiem, no audzējiem. Тромбоза. Тромбоза. Это то, что позволяет вам лучше достичь тренированности, если вы добавили физическую нагрузку. Tas ir tas, kas jums palīdzēs ātrāk sasniegt rezultātus, ja jūs esat pielikuši fizisko sloci. Это дезодорант телесный, чтобы от вас не было запаха. Un tas ir tā kā ķermeņa dezodorants, lai no jums būtu patīkama smarža. Потому что выводит токсины. Tāpēc, ka viņš izvada toksīnus. Очень люблю. Ļoti mīlu viņu. Давайте еще. Мы работаем уже 1,5 часа. Я не знаю, насколько вы по времени. Ну, я стараюсь, чтобы люди не уставали. Mēs jau pus-otru stundu ar jums runājam. Tā kā uzdodiet jautājumus. Es nezinu, kā jūs jūtaties, bet es cenšos, lai cilvēki nepārgurtu. Лена, посмотрите, может, у вам в чате есть вопросы? Один вопросик в чате, сейчас посмотрим. Tā, es jūs aicinu uzdot jautājumus, nekautrēties arī tos, kuri skatās Zoomā, jo нет, tā нет, ir tiešām iespēja uzdot jebkādu jautājumu par veselību.
Man ir jautājums. Ja piemēram, mēs neēdam glukozi ļoti ilgi, un tāpēc tam kāds pasākums ir, un tāpēc tam tur ir dažādas bulciņas vai kaut kas, tad nekas nenotiks slikts. Это задает ребенок, и он говорит, а если я не ем глюкозу, но вот есть какой-то праздник, и я съедаю много, не будет ли чего-то плохого? Деткам нужно больше углеводов. Bērniem vajag vairāk kohidrātus. Потому что они растут, бегают и прыгают. Tāpēc, ka viņi aug, skraida un lēkā. Вот когда тебе будет 40 лет, так, как ты был с 40 годами. Ты почему-то не захочешь бегать и прыгать больше. И точно не будешь расти. Un tiešām tu vairs neaugsi. Так, вот тогда столько углеводиков нельзя кушать, как взрослые дяди и тети сейчас делают. Un tad nevarēs tik daudz ūdenshidrātus, kā šobrīd dara lieli tantes un onkuļi. И ты всегда сможешь понять, что ты ошибаешься в углеводах по своему весу. Un tu vienmēr varēsi saprast pēc tava svara, vai tu kļūdies vai nekļūdies ūdenshidrātu izvēlē. Люди кушают и стройные, всю жизнь кушают и стройные, красивые. Cilvēki ēd, un visu dzīvi ir skaisti un tievi un viss kārtībā. А потом в какой-то момент кушает точно так же, как всегда, но начинают полнеть. А пēc tam notiek tāds brīdis, ka ēd tieši to pašu, ko iepriekš, bet pēkšņi sāk uzbaroties. Это значит, они начали давать столько углеводов, сколько не нужно их клеточкам. Tas nozīmē, ka viņi sāka dot tik daudz ūdenshidrātu, cik nav vajadzīgs viņu šūnām. Поэтому, если ты стройный и красивый человек, то ты правильно выбрал количество углеводов для себя. Bet ja tu esi skaists un стройный daudz cilvēks, tas nozīmē, ka tu izvēlējies pareizo ūdenshidrātu daudzumu priekš sevis. Но много углеводов за один раз все-таки кушать не нужно. Bet tomēr daudz ūdenshidrātu vienā reizē nevajadzētu ēst. С чем сравнить? Даже не знаю, с чем сейчас ребенку нужно картинку рассказать сейчас. Tūlīt izstāstīšu bērnam kādu ainu. Вот, если ты играешь в компьютерную игру час, то ты получаешь удовольствие и тебе нравится. Piemēram, ja tu spēlē kompjūtera spēli stunda, tev, piemēram, ir gan laba sajūta, nu, tā kā tev tas patīk. А если играть 5 часов, то будут болеть глаза. Bet, ja spēlēt, piemēram, 5 stundas, tad sapēs acis. Вот точно так же и с тортиками, и с конфетками. Un tieši tāpatās ir ar tortītēm un končiņām. Дисциплина в том, что ты можешь съесть один кусочек тортика, но два уже будет много. Дисциплина ir tajā, ka tu vari apēst vienu tortīti с gabaliņu, bet divi jau būs padaudz. Всю жизнь хорошо выглядят люди, и эти люди здоровы, это те люди, которые дисциплинированные. Visu dzīvi cilvēki izskatās labi, tie cilvēki, kuri māk sevi disciplinēt. То есть делают то, что нужно организму, и не делают то, что его может повредить. Dara to, kas organismam ir vajadzīgs, un nedara to, kas organismam var izdarīt slikti. И попроси у мамы, чтобы обязательно дала тебе витамины, очень качественные, потому что это важно для детей, которые растут, чтобы не было дефицита. Un pajautā mammai, lai tev iedot kvalitatīvus vitamīnus, jo tas ir ļoti svarīgi bērniem, kuri aug. Tā, meitenes, zēni, jautājumus? Man ir jautājums vēl viens. Cik bērniem vajadzētu olbaltumvielas dienā apēst? Jo, nu, acīm redzami, viņi nav resti tie bērni, jā, un viss tas kaut kur pazūd, bet lai tie bērni attīstītos normāli un smadzenes attīstītos, viņi aug, jā,
un cik arī vajadzīgs kalcijs un tādas lietas, jā, mums tas interesē. Paldies, es, ja es kaut ko nesadzirdēju, tu paprasīsi vēlreiz. Vapros такой, дети, они растут, у них хороший вес, и сколько им нужно белка в день? Угу. Это табличные данные для каждого веса. Tas ir tabulas, ну, tabula katram svaram. Вы можете сделать запрос. Норма потребления белка для ребенка такого-то возраста. Jūs varat klausos austiņā ar jums un pastulēju. Jūs varat uztaisīt. Hello, kto tam? Jūs varat uztaisīt. Jūs varat uztaisīt meklētājā olbaltumvielas normas, dienas norma augošam bērnam. Un jūs būs tam. Ja vi получите цифру. Un jūs saņemsiet šo ciferu. Zastavļāt detei jēst bilok nilzā. Bērnam likt ar varu ēst olbaltumvielas nevar. Vi možete predlagāt. Jūs varat tikai piedāvāt. Но ребенок должен понимать, что такое еда, что такое не еда. Bet bērnam ir jāsaprot, kas ir ēdiens un kas nav ēdiens. То, что я всю жизнь стройная, я, скорее всего, благодарна своей бабушке, которая мне это объяснила. То, ka es visu dzīvi esmu labā svārā, man ir jāpateicās droši vien savai vecmāmai, kura man to visu paskaidroja. Бабушка, я хочу пирожок. Она говорит, подожди, сначала съешь нормальную пищу, а потом, если хочешь, съешь пирожок. Pēc māmiņas griba pīrādziņu. Nē, pagaidis sākumā apēt normālu ēdienu, un pēc tam, ja gribēs, varēs apēst savu kūciņu. Mm-hmm. Mm-hmm. Labvakar. Tātad mani jautājums, kā uzlabot savu veselību, ja ir jau otrā tipa cukurdiabēts? Vēlreiz jautājumu Lēnītiņam, kā? Tātad, Olga, kā uzlabot savu veselību, ja ir jau otrā tipa cukurdiabēts? Kāk ulūčīt svajo zdarovje, jesli uže jēst diabetu второго tipa? Pirmē, vse ravno nužno razabrātsa s pitāņiem. Pirmais, obligāti jātiek, tik un tā obligāti jātiek skaidrībā ar dienkārti. Kāk ni strāna, vām tas sdēlēt proši visu. Un pa brīnumu to izdarīt visvieglāk. Vy prasapājaties ūtram i glukometram pravirājate svoju glukozu. Jūs pieceļaties no rīta un ar glukometru mērat savu glukozi. I zapisavajate na bumagu. Un pierakstiet papīrā. Zatiem vy zavtrakajate, čirez 2 časa posle zavtraka pravirājate ūroviņu glukozu. Tad jūs paēdat un 2 stundas pēc ēšanas jūs pārbaudiet šo glikozes līmeni asinīs. Если вы позавтракали неверно, уровень глюкозы поднимется. Ja jūs paēdat nepareizi, asinīs šīs cukurs paaugstināsies. Значит, завтра нужно будет отредактировать завтрак в сторону высокобелкового, низкоуглеводного. Tas nozīmē, ka rīt no rīta jums vajadzēs šos brokastis pārskaitīt, ņemot vairāk olbaltumvielas un samazināt oglīdrātus. Также делаем с обедом и с ужином. Tieši to pašu darām ar pusdienām un vakariņām. То есть меряем глюкозу через 2 часа после обеда, через 2 часа после ужина. Mēram glikozi pēc 2 stundām, kad mēs esam paēduši gan brokastis, pusdienas un vakariņas. 2 недели такой работы позволяют выбросить из рациона те продукты, которые повышают глюкозу. 2 nedēļas tādas vērošanas jums palīdzēs izmest ārā tos produktus, kurus jums ceļ glikozes līmeni asinīs. Ваш основной показатель, за которым вы должны смотреть, это гликированный гемоглобин. Un pats viens rādītājs, kuram jāseko līdzi, tas ir glikētais hemoglobins. Он должен снижаться, и его нужно контролировать раз в 3 месяца. Viņam vajag zemināties, un viņu vajag kontrolēt reizi 3 mēnešos. Гликированный – это убитый.
glikētais, tas nozīmē nogalināts. Kiem ubītai gliukozai? Kas viņa nogalināja? Glikoza. Этот гемоглобин циркулирует убитый в крови 3 месяца. Un šīs te nogalinātais hemoglobīns, viņš staigā pa asinim 3 mēnešus. Друзья, я подготовила конспекты здоровья. Es esmu sagatavojis tādus veselības konspektus. Потому что каждое патологическое состояние требует своей помощи со стороны минералов и витаминов. Tāpēc, ka katras patoloģiskais stāvoklis, viņam ir vajadzīga tā kā stiprināšana ar saviem minerāļiem un vitamīniem. Поэтому, если вы не хотите продолжать разрушать свое тело, tāpēc, ja jūs negribat turpināt galināt savu miesu, ķermeni, надо будет разобраться с питанием, раз. Vajadzēs tikt galā pirmām kārtām ar ēdienu. Уже объяснила, когда. Es paskaidroju, kā. Нужно добавить физическую нагрузку, чтобы клетки сожгли жир. Vajag pielikt klāt fizisko slodzi, lai šūnas dedzina taukus. И конспект номер 28, куда я написала все витамины, минералы и травы, которые вам нужны для выздоровления. Un 28. Konspekts, kur es esmu pierakstījis visus minerālus un visus ārstnieciskos augus, kuri ir vajadzīgi jums šai lietai. Например, без хрома невозможно, сложно выбраться из вашей ситуации. Piemēram, nelietojot хрому, ir ļoti grūti tikt ārā no šādas situācijas jūsu. Потому что клетка уже не пускает инсулин. Tāpēc, ka šūna vairs nelaiž insulīnu. Но есть альтернативный белок. Bet ir alternatīva olbaltumviela. Этот белок работает в присутствии хрома. Un šīs olbaltumvielas strādā tā, ka blakus ir хромs. И он тоже может взять глюкозу и провести внутрь клетки. Un šīs хромs arī var paņemt šo glikozu un ievest šūnā iekšā. Таким образом, снизив уровень глюкозы в крови. Un tādā veidā viņš samazina glikozes līmeni asinīs. Это всего лишь одна идея, а в конспекте номер 28, который можно взять у Оли, идей много. Tā ir tikai viena ideja, bet idejas ir daudz, un tas ir 28. Konspekts, un man šo var pajautāt. Viņš būs tulkots latviski. Друзья, я вам не сказала еще, знаете, о чем? Cienīgi, ko es jums vēl nepateicu. Почему каждая вторая женщина после 50 лет имеет лишний вес? Kāpēc katra sieviete pēc 50 gadiem viņai ir liekais svars? Питаясь по требованиям Всемирной организации здравоохранения. Jo viņa ēd pēc tabulas, ko mums piedāvā. Почему люди боятся есть Pasaules veselības agentūra, ja? Да. Почему люди боятся есть жиры, думая, что они полнеют от жиров? Tāpēc cilvēki baidās ēst taukus, jo viņi domā, ka viņi uzbarojas no taukiem. Хотя на самом деле мы сегодня разобрали, что передозировка углеводов приводит к образованию жиров. Kāpēc šodien mēs tikām skaidrībā ar to, ka tieši ohidrātu pārdozēšana viņa ved pie liekā svara. Я ни слова вам не сказала о маргаринах, трансизомерах жирных кислот. Es nevienu vārdu jums nepateicu par margarīniem, jo tie ir transizomērie tauki. Которые едят наши дети в промышленной выпечке и конфетах, шоколаде. Kuru ēd mūsu bērni visā konditorijā, kuru mēs pērkam veikalā, tāpat tās šokolādēs. И наши дети, скорее всего, будут иметь худшее здоровье, чем у нас. Un izskatās, ka mūsu bērniem būs sliktāka veselība nekā mums. То есть нутрициология это огромный пласт знаний. Jo nutricioloģija tas ir tā kā nereāli liels slānis ar zināšanām. И желательно эти знания всё-таки получить.
Un ir ļoti veiks, nu, tā kā ir ļoti labi, lai šīs zināšanas būtu katram. Поэтому мы дружим с Олей, и вы можете просто, ну, как бы, понимая, что вам нужна какая-то тема, попросить, чтобы я ее подготовила. Tāpēc mēs draudzējāmies ar Olgu, un jūs varat palūgt viņai, kādu tēmu es varu sagatavot. Буду очень рада быть рядом с вами, пока вы будете менять свое тело к лучшему. Es būšu priecīga būt jums blakus, kamēr jūs mainīsiet savu ķermeni jeb miesu uz to labāko. Желаю всем людям, кто еще не пробовал кальций, витамины, омега-3, полезные бактерии, начать это делать. Un novēlu visiem cilvēkiem, kuri vēl nav mēģinājuši lietot kalciju, omega-3, labās baktērijas, sāk to darīt. Потому что это называется «я ухаживаю за собой» очень-очень эффективно и, как вам сказать, и умно. Tāpēc, ka to sauc, kas es rūpējos par sevi, ļoti efektīvi un ļoti gudri. Ну, еще парочку вопросов, скорее всего, и время. Jā, vēl daži jautājumi. Okay. Вопрос такой. А если начинаешь пользоваться этими продуктами, как долго нужно пользоваться? Суточная потребность в кальции 1 грамм. Dienas kalcija vajadzība ir 1 grams. Это или литр молока выпить в день, каждый день. Tas vai nu katru dienu izdzert vienu piena litru. Или полкилограмма капусты съесть каждый день. Pus kilogramu kāpostas var apēst. Или консерву рыбную 200 грамм каждый день. Zivju konservu 200 grammus katru dienu. Я когда-то пыталась соблюдать диету, которая содержит грамм кальция каждый день. Es kaut kad mēģināju, man bija тāds ēšanas veids, katru dienu apēst ar ēdienu vienu kalcija grammu. Потому что я тогда была беременна и понимала, что мне очень нужен кальций. Tāpēc, ka tad es biju stāvoklī, un sapratu, man tiešām ļoti vajadzīgs kalcijs. Молоко, рыбные консервы и капуста не самое прекрасное в этом мире. Пен, зивы, консервы и капусты не самое лучшее сэдинс. Меня хватило на одну неделю. Ну, es izturēju vienu nedēļu. Поэтому я приняла решение найти хилатную форму кальция. Это необычный кальций-карбонат. Tāpēc es pieņēmu lēmumu atrast hilāta kalcija formulu, nevis parasto kalcija karbonādu. Karbonādu, Который хорошо всасывается и идёт в мои косточки, зубы, ногти. Kurš labi iesūcās un iet manos zobos, kaulos, nagos. Позволит построить мне скелет моего ребёнка. Un atļaus izveidot manam bērnam viņa skeletiņu. И оставит меня с волосами, ногтями и зубами. Un galvenais, ka mani atstās ar matiem, nagiem un zobiem. Каждая женщина, которая не использует 1 грамм кальция ежедневно. Katra sieviete, kura neizmanto 1 grammu kalcija katru dienu. Ставит себя под риск попасть в остеопороз. Попадает в риск, в группу риска по остеопорозу. Так, ей риск группа остеопорозом. Это плохая осанка. Это шаркающая походка. Это когда на вас смотрит и понимает, вам 70. Tad, kad es jums skatās un saprotu, jums ir 70. Tad, kad agaļājās šeiki zubov. Tad, kad zobu kakliņi paliek, plieki. Это когда вы проходите денситометрию, а вам говорят, у вас высокий риск перелома шейки бедра. Tad, kad jūs iziet pārbaudi un jums pasaka, ka jums ļoti augsts risks salaust
гужас какленю. Это болезнь цивилизации под названием остеопороз. Un tas saucās civilizācijas slimība, kuru sauc osteoporoze. Огромное количество людей погибают в своих постелях, потому что поломали шейку бедра и не могут больше двигаться. Погибают от тромбозов. Daudz cilvēku aiziet bojā savās gultās, tāpēc, ka viņi ir salauzuši šo gūžu un vairs nevar kustēties un plus vēl trombozes. Поэтому я стараюсь каждому объяснить, что нужно использовать суточную норму по кальцию. Tāpēc, ka es katram gribu, nu, paskaidrot, ka dienas devu kalcijiem ir jāizmanto. А что будем делать с витамином С? Каждый день нужен грамм. А ко дарисим ар С витамин, я катру дену ари вайдзīgs 1 грамм. Магний 400 миллиграмм. Магния 400 миллиграммы. Витамин В 12, 6 микрограмм. Б 12, 6 микрограммы. Каждый день, друзья, один поливитаминный комплекс каждый день. Не надо делать перерывов, потому что клетка работает на вас без перерывов. Katru dienu polivitamīnu kompleks netaisot pārtraukumus, tāpēc ka šūna uz jums strādā bez pārtraukumiem. Если есть ежедневная потребность, закрывайте эту ежедневную потребность. Ja jums ir šī dienas vajadzība, tad vienkārši lietot šo dienas vajadzību. Тогда вы будете иметь более высокий уровень здоровья. Un tādā veidā jums būs lielāks veselības līmenis. Mm-hmm. Paldies, spasībā. Ir vēl bija jautājums? Atšķirās jūsu tie pārdotie vitamīni no parastajiem vitamīniem un kalcijas. Man interesē, jā, kāpēc jūsu vitamīni ir labāki nekā citi? Вопрос такой, чем отличаются эти витамины от других витаминов и почему вы говорите, что эти витамины лучше других витаминов? Дело в форме. Лето ир форма, формула. Угу. Формула, да. Например, кальций-карбонат – это кальций CO3. Кальций-карбонат, примером, это кальций CO3. Он всасывается, 3% кальция всасывается из этой формулы. 3. 3% кальция и иссутся но из формас. Остальное проходит транзитом через кишечник. А пара из азии транзита зарну тракту. Я использую кальция хилат. Эс измантую кальцию хилату. Он тоже не всасывается на 100%, но он всасывается на 40-60%. Viņš arī neiesūcās uz 100%, viņš iesūcās uz 60-40%. Это кальций, а вокруг органическая молекула. Tas ir kalcis un apkārt organiskā molekula. Пример по витаминам группы B. Piemērs ar B grupas vitamīniem. Можно сделать химический синтез и положить вам в таблетку. Var uztaisīt šo vitamīnu ķīmisko sintēzi un ielikt jums tabletē. А можно взять бактерии определенного вида. Var paņemt zināmā veida baktērijas. Кормить их определенной едой. Barot šīs baktērijas ar nevis īpašu, bet nu, vat tādu ēdienu. В их метаболитах будет много витаминов группы В. Он в ее метаболитах будет много В группы с витамином. Эти витамины можно выделять, очищать и положить в вашу таблетку. Он что с витаминами свар изнять, а тирит и нелить юсу таблете. Первый метод дешевле, второй дороже. Пирма испея лятака, утре дорогака. Первый метод дает сомнительный результат, второй метод, ну, это гарантия результата, потому что это органические молекулы. Pirmā iespēja ir šaubīgs rezultāts, bet otrs garantēts, tāpēc, ka tās ir dzīves molekulas. Я была на производстве NSP в Соединенных Штатах Америки.
Es biju ražošanā Amerikā. И я была потрясена, насколько производитель заинтересован в качестве биологически активных комплексов и витаминов. Un es biju pārsteigta, cik ļoti šīs ražotājs ir ieinteresēt tieši kvalitātē šiem vitamīniem un šiem bioloģiskiem kompleksiem. Я могу прочитать полуторачасовую лекцию на эту тему. Pusotru stundu garu lekcijas varu lasīt par šo tēmu. Потому что я изучаю эту тему с 2008 года. Tāpēc, ka es mācos, nu, mācos šo tēmu no 2008. Gada. Вы можете пользоваться чем угодно. Jūs varat lietot visu, ko jūs vēlaties. Но я думаю, что каждый человек заинтересован внутрь принимать самое качественное из того, что он может купить. Bet es domāju, katrs cilvēks interesēt izmantot pašu kvalitatīvāko, ko viņš grib, nu, var nopirkt. Пока всё. Ну, это большая тема. Это большая тема. Это сертификации. Это, ну, давайте, это сертификация. Большая тема. Ļoti liela tēma, jo tā ir sertificēšana. Есть производства, которые вместе с, со средствами производства стоят 4 миллиона долларов. Ir tā kā ražošana, kura maksā 4 miljonu dolāru. Компания NSP только на тесты контроля качества ежегодно тратит 1 миллион долларов. Šī kompānija tikai testēšanai iztērē 1 miljonu dolāru. Компания NSP закупает такие приборы, которые могут определить одну каплю нитратов в 20 олимпийских бассейнах. Такое разведение. Viņi izmanto tādu aparatūru, kuri spēj atrast vienu pilienu nitrātu kaut kādā milzīgā šo te vielu baseinā. То есть, когда я строю свои лечебно-профилактические схемы, конспекты здоровья на продукте NSP, я ни разу не покраснела, потому что плохое качество нет. Tas ir, lai saprastu, ka es savus konspektus, kad veidoju, es veidoju uz šī produkta pamata, un es nekad man nevajadzēju sarkt dēļ kvalitātes, jeb rezultāta. Но вы можете пользоваться моей логикой и подбирать аналоги. Bet jūs varat izmantot šo te manu logiku un meklēt analogus. И если возникают вопросы, задавать их товаропроизводителю, желательно, чтобы он отвечал. Un ja jums ir jautājumi šajā, nu, par šiem produktiem, jūs varat uzdot jautājumus tiem ražotājiem, kas viņu ražo, un būtu vēlams, lai šīs ražotājs arī to paskaidrotu. Мне отвечают всегда. Man vienmēr dod atbildi. Поэтому я беру продукт у товаропроизводителя, а не у дистрибьютора. Tāpēc es ņēmu produktu tas, kas ražo šo te produktu, nevis tas, kas ir distribūtors produktam. Небольшое количество товаропроизводителей сами продают свой продукт на рынке. Лена, еще раз это. Мне важно, чтобы та компания, которая продает, та компания и производила. Вот. Man ļoti svarīgi, lai tieši tā kompānija, kura tirgo, arī pati ražo. Потому что я могу влиять на компанию, просить сертифицировать нужные мне вещества. Tāpēc, ka es varu šo kompāniju tā kā ietekmēt, jo es prasu sertificēt man vajadzīgas vielas. Я могу задать вопрос, если мне кажется, что изменилось качество. Es, piemēram, varu uzdot jautājums, ja man, piemēram, šķiet, ka kaut kāda kvalitāte ir pamainījusies. Я могу задать вопрос, если не понимаю, как действует данная композиция. Es varu uzdot jautājums, ja es nesaprotu, piemēram, kā darbojās tieši šī te, nu, piemēram, šī te viena vienība, viena kompozīcija. Также вы можете приехать в гости в компанию на производство NSP, и вам обязательно покажут
Это шикарное производство. Un, protams, jūs varat arī atbraukt uz šo ražošanu, jums parādīšu šo fantastisko ražošanu, kur visu ražo. Я была впечатлена. Es biju ļoti tā kā pārsteigta. Мы занимаемся 2 часа, нормально? Окей. Man jautājums būtu. Ir tāda iespēja? Да, вопрос. Būtībā ir tāds pazīstams cilvēks, kas cīnās ar smēķēšanu, tā kā ļoti vēlas tā kā tikt vaļā, vai ir kādi produkti, kas var palīdzēt? Вопрос такой. Есть знакомый человек, который старается отбросить курение, и есть ли какие-то продукты, которые могли бы этому помочь, поспособствовать? 2 направления работы. Divi veidi, darba veidi. Первое. Нам нужно обновить выстилку легких. Первое. Mums vajag atjaunot plaušu to tur... Ну, viss, kas ir plaušās, вот, kur ir caurumi, visu to apsegu. Это называется система сурфактант. То сауц par to sarežģīto vārdu. Сурфа. Сурфактант. Вот. То ага. Для этого мы используем лецитин. Там мы изментуем лецитину. Сурфактант состоит из лецитин. Сурфактант состав на лецитина. Второй момент. Мы должны помочь человеку преодолеть психическую зависимость. Un otrs, mums jāpalīdz cilvēkam šo psiholoģisko atkarību pārvarēt. Соответственно, мы даем успокаивающую или седативную терапию. Mēs dodam tā kā nomierinošu sedektīvo terapiju. Это может быть магний. Tas varētu būt magnīs. Это может быть комплекс валерьяной. Tas varētu būt komplekss ar balderjāņiem. Для того, чтобы человеку было легче перенести, ну, первые 2-3 недели. Tas ir tāpēc, lai cilvēkam vieglāk tikt pāri tās pirmās 2-3 nedēļas. Тут я должна сказать, что есть некоторые различия в ассортименте для европейского рынка и для, допустим, то, что есть в Украине. Te man ir jāpasaka, ka, piemēram, Eiropas tirgum un Ukrainas tirgum ir nu, dažādi produkti, vienā vairāk, vienā mazāk. Jā, v Ukraini jēst sok noni. Ukrainā ir arī noni sula. Это профильный продукт, который я даю всем людям, которые стремятся бросить курить. Un tas ir produkts, kuru es dodu visiem cilvēkiem, kuri grib atmest smēķēšanu. Потому что проксиранин, который содержится в этом продукте. Тāpēc, ka проксиранин, kas ir šajā produktā, вытесняет алкалоид никотин. Viņš алкалоида никотину istum ārā. С поверхности белков. Istum ārā no olbaltum vielu virsmām. И у нас получаются хорошие результаты, пример. Un mums sanāk ļoti labi rezultāti. Мой свёкр курил 50 лет. Mans vīra tēvs pīpēja 50 gadus. Потом произошёл сбой по здоровью, и доктор сказал, курить нельзя. Un tad notika problēmas ar veselību, un doktors teica, pīpēt nedrīkst. Он бросил курить на соке нони, магнии, валерьяне. Viņš beidza pīpēt uz noni sulas, balderjāņiem un magnijiem. И до сих пор использует лецитин, потому что выстилку легких менять долго. Un līdz šai dienai viņš izmanto lecitīnu, jo šo te segumu, plaušu segumu ļoti ilgi nu, vajag atjaunot. Ему 75 лет. Viņam šobrīd 75 gadi. И у него появился румянец на щеках. Un šobrīd viņam jau uz vaigiem parādījās sārtums. Не курит уже 6 лет. 6 gadus vairs nesmēķē. Okay. Спасибо большое, Елена.
Я думаю, что кто успел, вы посмотрите чат, не осталось. Нет, нет, в чате ничего нет. А благодарю всех за такой интерес к в сфере здоровья. Pateicos visiem par tik krasu interesi pret veselību. И абсолютно уверена, что каждый человек вправе решать, сколько ему лет. Un es uzskatu, ka katram cilvēkam ir tiesības izlemt, cik viņam šobrīd ir gadi. Желаю всем достичь оптимального веса. Visiem novēlu sasniegt optimālo svaru. Пусть от вас отстанут все болезни, если есть. Lai no jums aiziet prom visas slimības, ja tādas ir. И пригласите меня на ваше столетие. Un uzaiciniet mani uz jūsu simtgadi. Patancojam. Padajosim. Спасибо, Елена, огромное. Навряд ли вы слышите, но зал вам хлопает. Да вы что, спасибо большое, Олечка, спасибо за приглашение. Спасибо большое, всего хорошего. Пока-пока. Счастливо. Сделаю запись, она будет позже. Спасибо.